Сталинградская, 17. Вот у нас балкон. Балкон. А вот сегодня у нас кирпичики с него осыпались. Виля Андраниковна прожила в доме номер 17 по улице Сталинградской 18 лет и всегда была очень довольна своей квартирой. Говорит, потолки высокие, планировка хорошая, просторная и находится в центре города. Все бы ничего, но накануне дом стал рушиться, и благо никто не пострадал. Как раз перед 9 мая такие громадные эти камни вывалились, вот прямо под нашим балконом оказались. Это вот стена как бы немного уже, и балкон, и примыкающая стена. Вот, ну мы, конечно, заявили, сразу же приехали. Администрация города отреагировала на ситуацию очень быстро. Жильцов подъезда на 2 дня переселили в гостиницу для того, чтобы провести работы по разрушению арки и балкона, а также закрыть злополучный участок крыши. Дом был признан аварийным. Таких домиков, как правило, наверное, обслуживающих компаний нет, потому что жильцов мало и денег, соответственно, мало. Поэтому надеемся, что у нас в городе будет реконструкция этих домов, хотя эти дома, в принципе, они неплохие по планировке именно квартир, большие квартиры. И сами по себе удобное месторасположение, людям-то куда деться. Действительно, эти дома очень ветхие, стены и потолки все в трещинах. Жильцов обещают в течение 2 недель расселить в новые квартиры. Нас успокоили, сказали, что мы не будем недовольными. Уже такая практика есть, люди, говорят, учитывают, в общем-то, пожелания. Очень оперативно приехали и все сделали. В общем, вы довольны, да? Да, мы довольны, но мы довольны, мы все впереди, чтобы нас расселили, чтобы нормально получилось. Теперь жильцам остается только ждать и готовиться к переселению в другие дома. Анна Яковенко, Анатолий Калинкин, Татьяна Смагина, Ахтубинск ТВ.